Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Таро покровитель недели с 22 по 28 января. Карта Верховный жрец. О чем она предупреждает? Новая неделя января потребует от каждого особой внимательности. Покровитель периода карта Верховный жрец побуждает людей заняться отслеживанием знаков от Вселенной. Таро гласит, что сейчас важна любая мелочь. Деталь или происходящие вокруг действия, кажущиеся на первый взгляд второстепенными. Именно в это время они могут открыть человеку совершенно другой взгляд на обыденные вещи. Также карта способствует разного рода переосмыслениям в судьбе. Многие пересмотрят события собственной жизни и придут к порой незаурядным выводам. Энергии мира то и дело будет подкидывать подсказки, которые придется правильно расшифровывать. Поэтому при желании получить ответ от мироздания, человек может четко и конкретно задать ему вопрос. Делается это, сконцентрировавшись мысленно и про себя. При этом тут же стоит попросить знак, который будет олицетворять положительный ответ или верное направление. Например, увидеть белого голубя перед собой или заметить падающую звезду. Точно можно считать благоприятным знамением, которое сигнализирует о том, что человек идет правильным путем. Также Верховный жрец может предупреждать, что каждому надо быть готовым к переменчивости настроения окружающих и активности их эмоционального фона в первую половину недели. Иногда коммуникация может выстраиваться по типу итальянского стиля, с шумными выяснениями отношений. Правда, об агрессии здесь речь не идет. Ожидается лишь некое бунтарство и яростность чувств. Если в профессиональном плане скопились дела, которые по сути труднодостижимы, настал момент взяться и за них. Действуя без промедления в ближайшие дни января, можно решить любую, даже самую заковыристую проблему. При этом надо стараться не допускать сомнений. Правильно сейчас программировать себя на успех. Думая о провале, процессы застопорятся и не сдвинутся с места, затягивая свое развитие. Выходные новой недели нужно провести активно, не закрываясь от мира броней. Стоит выходить в социум, именно там можно получить много для себя важной информации, которая будет ценна для своей выгоды, если ее хорошенько осмыслить. Под конец месяца наступает время социализации. Люди не должны ставить перед собой рамки, ментальные преграды и избегать общества. Любая коммуникация станет полезной и пойдет в плюс карьере или личной жизни. Для того, чтобы на этой неделе решить все свои вопросы, все свои задачи, очень важно отпустить негативные мысли. Подумать о той проблеме, которую вы хотите решить, а потом обратиться к высшим силам. Сначала проговорите свою проблему вслух, то, что вас беспокоит на протяжении недели, а потом скажите такие слова. «Высшие силы, мудрые и святые, придите ко мне, услышьте мой зов. Поделитесь знанием и мощью своей. Помогите мне в делах моих сейчас. На светлый путь мои мысли направьте. Удачу и успех ко мне приведите. Помогите решить дела важные. Силой своей благословите мой путь». Говорим один раз, этого достаточно. И будьте уверены, что какая бы ни была проблема, она обязательно будет решена.